Строгий режим – не повод нарушать трудовые права. Прокуратура по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях оштрафовала мужскую колонию номер 4 в Кинешме на 50 тысяч рублей. В результате проверки выяснилось, что осужденным не выдавали средства индивидуальной защиты при работе на кухне, не в полной мере снабжали химикатами и обезвреживающими средствами. Кроме того, потенциально опасные для жизни и здоровья нарушения были найдены и в слесарных мастерских. Виновные найдены и наказаны. Нарушения устранены. Не будет ли таких проблем в будущем, прокуратура выяснит буквально на следующей проверке. В ходе надзорных проверок ежемесячных, соответственно, при рассмотрении представления, соответственно, данные факты будут проверяться. Кроме того, и в Государственной инспекции труда, и к нам из исправительного учреждения поступает информация о том, что данные нарушения устранены с приложением соответствующих копий документов.